Но. Николай, с победой, но, наверное, вот победа, которая не совсем для вас радостная, да, все-таки вот эти пенальти. Пенальти – это лотерея, в любом случае. Я благодарен команде, она отдалась и не просто отдала. Вы сами видели, парни вышли и просто, просто оставили все силы здесь. А пенальти – это лотерея. Ну, не повезло, повезло в следующем году, значит. Ну, великолепный второй тайм вашей команды, да? Еще ведь куча моментов было, помимо забитых мячей. Ну, вы знаете, что такое не везет и как с ним бороться, это называется так. Ну, немножко не повезло, немножко не фортануло. Не слишком ли вы много эмоций вот выдали вот этому четвертому мячу, пропустив сразу? Чересчур много. Я, наверное, оставил себе всего точно так же, как и команда здесь. Ну, в плане эмоционально, не физически, конечно. Но я очень рад, что команда сегодня билась, в самую первую очередь. Все до последнего игроки сегодня просто взяли, пришли и отдали. Мы проиграли первую игру 2-0, никто в нас не верил. Мы пришли и сделали такую интригу. Я за это очень благодарен команде. Ну, турнир для вас не закончен, впереди матч за третье место. Как оцениваете свои шансы в игре с темпом? Если мы так же играем, я считаю, здесь однозначно. Я говорю же, я восхищаюсь своими пацанами. Ей-богу, просто восхищаюсь. Спасибо, удачи вашей команде. Спасибо.